храм на вершине холма. Сейчас нас ждет подъем. 1237 ступеней. Посмотрим, как это будет. И себя же сфотографирую на фоне. Какие они прикольные с красами. Смотри, вот это середина. Хочу вам сказать, что 820 ступенек я прошел, я мокрый насквозь, это реально тяжело. Еще где-то 300, 300, 300, 300. Уже 1000, осталось всего 123 ступеньки. Немножко себя сам обманул. Это, конечно, очень красиво. Вы можете это сами видеть. Сильно очень круто. Но если вы меня спросите, стоило ли это того, сейчас я скажу, что не стоило. У нас из группы поднялось всего несколько человек. А остальные остались там где-то по пути. Дальше уже невозможно идти. Это нереально тяжело. И это, наверное, даже сложно описать словами. И поверить. Если мне бы сказали, что Денис там очень тяжело, я бы не смог представить, что вот настолько. Но я это сделал. Прошло минут 7-10, я отдышался и, наверное, я уже согласен с тем, что это того стоило. Через минут 10-15 после того, как ты поднимаешься, да, это очень. Там идет дождик. Давай, прям идем. Одна полоса. Очень видно с высоты. Очень круто смотрится. За бесплатно заметь. И вот там еще. Не что знаю. Я вот смотрю на этот дождь, который идет в нашу сторону, и думаю, нам же спускаться еще обратно. Вот так-то. Это будет интересно, если еще пойдет в такой вот ливень. Посмотрите, как туда сложить телефон. У нас реальный челлендж. Мы будем проверять, мы будем спускаться вниз вот туда. И успеем ли мы до прихода дождя. Уже гремит, уже близко. Но близко, как говорится, да, здесь близко дождь. Надеюсь, мы успеем спуститься, чтобы не намокли наши телефончики. Потому что пока еще у меня нет влаговой защиты на iPhone 6, как всегда. А, в
общем, дождь нас застигнул сам в конце спуска. Оказался намного сильнее, чем представлялось со стороны. И мы прямо еще больше на спуск. Дорога к Night Lake.